Данное видео будет о так называемом храме Хатхор, или хозяйке горы, которая расположена на Синае. Честно сказать, лично сам я думал, что это миф, легенда, что, мол, такого храма или таковой горы нет. И тут относительно недавно я узнал, что действительно такой храм на Синае есть. Это не легенда, это не миф. И там же на Синае расположены возле этого храма гигантские каменоломни. Из того, что мне известно, я... Я знаю, что еще во времена фараонов, точно не могу сказать, какого именно, египтяне послали экспедицию на Синай и обнаружили на Синае гигантское скопление медных слитков. Это медь, уже выплавленные слитки и сложенные в гигантские стеллажи. И согласно этой легенде, фараоны всю эту медь забрали, отвезли в Египет, сложили из них гигантские штабеля. Было так много, что люди с дальних стран, с дальних окрестностей приходили и смотрели, как много египтяне собрали этих медных слитков. Вот вопрос, кто их выплавливал, конечно, большой. И почему их бросили, почему их не забрали, что там произошло. Но самое удивительное, что храм Хатхор на горе Синай есть. И если вы посчитаете несколько других легенд, то там же на Синае было так называемое место, соединяющее землю и небо, которое до этого было в Сепаре. И после того, как стражи неба перешли это небо на Синае, якобы там была посадочная платформа, и вот там, где этот храм не в курсах, якобы там был что-то типа маяка, по крайней мере. Немного Сичин об этом говорил. Конечно, то, что говорил Сичин, может быть, где-то его выдумки, где-то рассказки, но ведь, что самое интересное, храм, оказывается, Хатхор на Синае есть. О нем мало кто и знает, я уверен, что 99% из смотрящих эти видео никогда в этом храме не слышали, и, скорее всего, что если бы я не сказал, то и не услышали никогда. А это археологическое место, уникальный археологический памятник древнего Египта на Синае, то есть там различные египетские иероглифы, и скорее всего, что храм даже древнее, чем эти египетские иероглифы. Как, насколько он древний, неизвестно, насколько там это все древние копии, неизвестно, но сам факт. Все остальное вы видите дальше в видео, я думаю, рассказывать особо более о нем, о нем очень мало информации. При желании можно все найти в Википедии, если там хоть что-то о нем есть. Все остальное вы видите дальше в видео. Всем спасибо за просмотр.